Я запустил уже. Сейчас уже начнется скоро. Че это, кидаем ссылку в группу? Че, я буду кидать или ты хочешь от себя написать? Пожалуй, от себя напишу. Давай от себя тогда напиши. Вон там Twitch, Remix, а тут звук надо сейчас. Так, вот он идет. Я вот не знаю, что вот по поводу вебки. Там еще на заднем плане это солнце. А. Если еще есть вероятность, что оно упадет. Разрешение маленькое. Я вот если разрешение больше делаю, там такие вообще лаги начинаются, что-то забей. Ну-ка, я сейчас вот в Game Development перейду и посмотрю, как у нас там где-то у нас отображается, там интересно. Ну, конечно, Twitch лагает. Так, это выйти можно из всяких Skype, где из Steam там выйти. Что за лаги? Ну, он не открывает. Почему игра не выбрана? Что за... Выбирал. Game Development. Ну и где мы? Может, еще не прогрузилось, типа? Дописываем игру Glass L для ВК. Для ВК что-то не делается. Пока что-то у нас нету, может. Я, кстати, нашел нас. Нашел на Твиче? Да. Чего? У меня игра выбралась как креатив. Хотя вроде Game Development выбрала, это из-за тегов, что ли? Ладно, пускай креатив стоит. Там тоже чуваки что-то конят как раз в этом креативе, или там художники какие-то работают обычно. Ну, тут у меня написано, что браузер там, all game development channels. Ага. То, что Remix Play Game Development. Ага. Про... Так, что там? Это уже не думаю... через камеру. Как-то так. Вообще можно, по идее, развернуть немного. Да. Что там запустил? Сейчас пущу. Там такая цель туда, там, а? Twitch TV Remix. Twitch TV Remix, да. Угу. Ты там, не знаю, этот, напиши еще что-нибудь, типа, что делать. Ага. А не просто ссылку. Блин, как фигово, что вот в комнате так мало места. Конечно, вообще забей. Так. Идея первая, что мы... Что, будем сначала создадим что-нибудь, музон какой-то? Насчет музона? Я то, что больше сосредоточился на музыке, точнее на уровнях, я хотел один уровень затестить. Просто нам надо что-то это создать пока. Не, ну давай сначала вот там поиграем, решим, какие музыки, ну какую музыку нам нужно. Ну, давай. Именно. Так. Что, сначала этот запишем? Блять, как же неудобно. Вообще, может, это кресло убрать и вот на этом лучше, по идее. Потому что оно здоровое и удобное. Решим.
Такс. Нам что надо? Для чего сейчас будем это делать? Ну, сначала давай вот поиграем там в игру и там посмотрим, ну, что давай. Она нам нужна. Потом ну, выпишем список и. Давай. Так, чтобы игру показать, это надо скрыть. Что надо? Вот это окно скрыть. На, садись тогда, что ты этот над флешем. А, ну я сейчас пойду. Командующий. Ты там в комментах пишешь или на стене? Я на стене. На стене. Там мне сейчас в этот в ОБС. Где он? ОБС, короче. ОБС. Есть только папка с ОБС. Не, вон в этот. Ну. Дальше, да. Показать. Да, все показывает. Сверни. Хорошо. Да. Папку тоже вроде, да, все показывает. Это что, первый? Это да. Не первый, это тестовый. Тестовый. Тут 1000 левелов. Нормально комментов. Что там? Это не комменты, это же текст. Да. Все, я ДЦП немного. Так нам нужно идти там чекать постоянно комментарии, я думаю. Комменты? Да. На печатах? Да. Ну вот смотри, в браузер зайди. Вот. И вот они, по идее, вот здесь будут обновляться. Вот пока это показать твой просмотр. Да, там вот все идет. Сверни, потому что нам картинка не нужна, нам комменты все нужны. Видишь, один человек, это по идее мы только это висим. Да. Либо это мой бот висит. Угу. Я там это, бота делал какого-то. Хотя если бот, то там по идее два человека должны отображаться, но не суть, короче. Да. Ну что, давай все, в игру тогда. Давай. Так, ты ее прошел? Я не проходил. Я говорю, я там мало вообще играл. Ага. Ты, кстати, так расширил, подожди, посмотри, как она в ОБС смотрится. Так. В этот лучше. Да, опять в этот. Ну. Ты да, большой ее сделал, слишком большой. Ты смотри, не закрой на это. На эту на кнопочку. Вот, да, ну так вот. Вот таким размером. Не, можно чуть побольше. Да. То, что нужно именно вот такой где-то размер. Ну вот так, да, я вот сейчас посмотри еще раз. ОБС. Ну вот все нормально живет. Ну он под большеват. Большеват? Да. Ну смотри, вот сделай изменение сцены. Так. Нажми.
Потом, так, окно 2, наверное. Да, вот оно. И вот можешь поменять. Ну. Как тебе? Вот сделай, как тебе нормально будет. Просто видишь, как бы да, тут должна быть такая синяя рамка из там, синего кирпича. Да? Да, то что. Видишь, если у меня в игре и... такое, ну, рамка, а то тут. Упс. Что я сделал? А ты это, да, ты сместил. А что она обратно не закрепляется? Она должна закрепиться. Она же должна на это. Наверное, вот куда-то там справа или да. Это. Щит. О, все, все поплыло. Если закрываем. Вот, я да, все нормально. Ну? Да это там никого пока не будет. Сейчас день там, по идее, сейчас мало кто будет смотреть. Да. Особенно в Екатеринбурге. Так вот. Стыдно. Запускай еще раз. Вот, смотри теперь, как в ОБС нас настроит. Давай вот это вот сюда. Ну, так. Вот так. Опс. Опс, сюда иди. Теперь. Ага, так, 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 так. Вот так вот. Как. И мы вернулись к тому, что было. Ну как, нормально? Нормально, ну, сам. Вот, все, что. Все, что нам надо. Да. Ну, да. Или это надо ходить будет долго, не? Ходишь. Это, по-моему, недолго. Не долго же. Просто там делаешь. Да, мы, кстати, еще не поиграли. Ну давай. Вот. Как бы самое начало. Ну. То, что как бы удобная музыка, то, что, по-моему, веселая и непринужденная. Ну. Вот там веселая и непринужденная. Угу. Здесь тоже самое, да. По идее, да? Да, по сути, пока что она вот длится. Mm-hmm. Длится до определенного момента. Вот, потом персонаж, можно да. Для отдельного персонажа какой-нибудь саундтрек, не знаю, mm-hmm. сделать. Вот. Тут по-моему, тут все вот то же самое. На протяжении там 7 уровней одна и та же mm-hmm. идет музыка. Ну вот сейчас можно пока для этого сделать, да? Mm-hmm. Какую-то вот такую непринужденную. Вот, нужно с этими эффектами что-то сделать. С какими эффектами здесь? Я, да, я видишь то, что вот так разрушаю я. Нужно типа такие вот там осколки разлетаются. Я тоже пытался вчера заходить, там это оказалось сложнее, чем я думал. Нужно придется. Там же анимация потная нужна какая-то, да, наверное? Нет, просто там нужно знать эти параболы, mm-hmm. как их строить. Продолжается вот для этого эффекта mm-hmm. тоже как какой-нибудь что-нибудь да звуки вот разрушающие травы вход в там, mm-hmm. здание такие штуки вот, тут немножко головоломки. А, вот, звук, там, попробуем все-таки вставить этот чего звук это? Еды. Звук еды сейчас? Ну давай сейчас, можно попробовать. Попробуем. Смотри, что, так, он у тебя здесь с собой нету, да? Тогда, короче, вот Google диск у меня там, да, в этой правой кнопке по нему. Этот? Да. Так, открыть, короче, да? Угу. Так, вон гейм. Да. Потом звуки событий, угу. да? И вот, по идее, вот хавает вот это, да? Да. Вот, хавает два. Да. Не, там на мониторе. А-а. На этом.
Вот сейчас попробую включить, короче. Ага, да. Это вот один такой был. Так, подожди, тут надо удалить, чтобы она все вышла. Так вот, и здесь, наверное, по идее погромче. Да, вот как-то вот, наверное, вот так вот даже. Что-то вот такое? Или надо что-то другое? По-моему, он слишком длинный. Слишком длинный, да. Просто соты, как вот происходит поедание там таблеток, по сути-то. Ну да, оно быстрое такое как. Да, и причем они как бы расположены рядом с друг другом. Да. Сейчас где там хотя бы тестовый. Так мы, похоже, уже закрыли. Да. А ты, кстати, не продумал этот момент. Да. Что сейчас сразу это после закрытия перейти на это самое. Ну, я тут просто могу напоить. Ты такой идешь и так что-то вроде вот того. Что-то вроде да. Того, да? Я просто хотел еще одного персонажа там толстяка сделать. Типа вот как бы ты заходишь как бы в персонажа толстяку, и там такой вот звук, который ты записал долгий там. А, вот это, да. Тогда да, вот это можно для толстяка ставить, а для таблеток записать сейчас что-то новое. Да. Так, смотри, тогда чтобы записать. Так, нам надо. Так, изменить сцену. Так оставить. Блин, я надеюсь, оно на стриме менялось, потому что вот это все время включено вот так вот было. Наверное, менялось. А ты ее закрой. Кого? А, это? Сейчас не нужна нам. Так, сейчас, наверное, нужна тогда моя студия, мой Reaper. Так, что ли, Reaper? Окей. Опа. Так вот. Так, вот микрофон, короче. Так, сделал. Так, гитару отключил. Вот мы берем микрофон, делаем повыше его. Мы это делаем вот сюда. Делаем даже еще его выше, наверное. Так вот. Так, и сейчас надо, чтобы еще звуки не попадали. Всякие разные. Закроем. Мы не поврем тут от жары? Да не, я открою потом. На время записи только. Так. Более качественный получился. Так, блин. Как я его там сделал? Блять, он забыл всю нахуй. Блин, как он А, ну, наверное, вот так. Сойдет. Ага, она, блядь, падает. Охуенно, охуенно. Просто забыл, как у меня был настроен, блядь. Короче, ладно, пусть не везде можно записать, блядь. Так, смотри, тут мы сейчас убираем. Делаем вот так вот, вот так вот. Так, микрофон пишется, эту сразу можно здесь на звук поставить. Вот он. Здесь надо левел, наверное, отрегулировать дело. Там сколько? Да, на сотку, в принципе, пойдет.
20 метров в секунду. Нам же такой чистый звук не подходит, поэтому мы, наверное, смотри, делаем вот так вот. Нужно еще поменьше. Еще поменьше? Так, смотри. Просто брешь. Так. Сейчас тут увеличиваем, как шакалы, блядь. То, так вот. Вот это вот все. Так, еще вырезаем, тут удаляем. Здесь тоже это все удалить. Бля, здесь еще один стул нужен. Бля. Это я типа просто удалял, чтобы это у меня без этих было. Чтобы чисто только звук был. Ага. Так, это еще уменьшить сюда. Вот где-то здесь, наверное, да? Так, это пока сюда, это в мут сделаем. О-о! Вот это подойдет. Оп. И теперь. Да, и теперь вот так вот. И еще теперь можем тестить, короче. Mm-hmm. Бля, вот на репит вот можно как-то? А, так я его сейчас вот так вот сюда. Теперь играемся. Выбирать, что хочешь, какой тебе больше нравится, да и все. Можно оставить чистый вообще. Это типа ты сам устраиваешь, а вот эти типа это готовые эти пресеты всякие. Вон всякий дарк, коридор. Видишь, да? Вай-вай. Оп. Райс какой-то. Может вот factory default поставь это такой, который он будет. Он сам первый. Вот такой. Потом вот здесь галочку убери, это чистый будет. Вот это чистый. Я думаю, чистый больше. Чистый. Ну давай с чистым оставим. Давай вав его переноси. Да, сейчас так это делаем. Пока микрофон убираем. Да, все это в муте. И нам, по идее, надо сейчас, чтобы его захватить. Да, вот так вот. Это вот как-то. Вот ближе, наверное, вот так вот. Mm-hmm. Или вот так вот. Я вот не знаю. Вот почему вот нельзя вот это вот сделать. А, ну вот почему?
Ну, если видишь, она на секунду делает столько. Mm-hmm. Даже не на секунду, на 0,50. Секунду-то она вот. Что лучше, вот так вот разместить? Или в самое начало? Давай по серединке, думаю. То есть нормально вот так, да, будет? Вот так вот как-то. А хотя, думаю, в начало. Так, ну давай в начало, давай вот сюда вот даже как-то. Да. Так, теперь рендер, ваф, да? Угу. Так, например, 1, 2, 3. Вот, блин, почему вот она так делает? Не, может... Видишь, он какой же этот получается? Да. Так ты должен, по-моему, удалить эти штуки. Да? А, да, 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 да. Так я вот вроде мучу их, да? Не, мутить это еще не значит удалить. Да, вот я тоже. И вот по идее вот... я просто хочу как-то вот сохранить их, да? Mm. И вот почему вот нельзя это сделать? Блять, как-то вот можно их, блять, убивать там, с ней это соединить? Ну, можешь создать новый проект и... Да, да, через новый проект. Такая у меня. Да, давай дымим, например. Рендер. Так. 1, 2, 3, 4. Так она все равно. Да. Что это за хуйня? Не знаю, может. Блять, из-за чего? Можно сказать. Из-за чего это, блять, влияет, нахуй? Я, блядь, не понимаю. А, так потому что размер-то такой вот. А, блять, я размер не уменьшил. Да. Да, вот. Кстати, а если вот так вот увеличить, и вот сейчас, вот, вот как можно, вот. И вот, так, а еще ближе? А почему? По-моему, сначала нельзя, нужно это всю штуку только влево? Да. Оп. Вот, охуенно, охуенно. Это то, что нам надо. Так, рендер, блядь, я уже тут, да, один. Так, блядь, что за... Чего он столько там делает? 0,50? Подожди-ка. Так. Так. Это мы что, это мы свернем, это мы свернем. Так, вот эти удалим, это неудачные попытки всякие. Так. Зайдем. Это новый плейлист, короче. Подожди, чего? А, это у меня то, что этот был открыт. Да, я там большой перерыв. Да. Так а почему я рендерю это вроде нормально? По-моему, в флеше можно там обрезать. Обрезать, да? Ну там как раз вот тишина, там ее, что это. Нормально ее будет обрезать. Так что. А почему так тихо было? Вот здесь вроде громко. А там тихо, блядь. Потому что, может, там настройки такие? Не, хотя... здесь вроде нормальные настройки. Ну давай попробуем его флеши, как нам будет сейчас. Так. Я, конечно, уже не помню, как со звуком работать. Бля. Не, ну я там быстро это нарастаю. Так, флеш нам надо. Так. Да, вот. Подожди, что это? Вроде окно. Да, вроде все работает. Все там на рабочем столе, короче, это хуйня. Так. Вот мы делаем так, наши библиотеки. Да. Где она? Вон вот это. 1, 2, 3, 4. Да. Так. Ага. Хорошо. Как-то нужно это переименовать. Да. Так, да, переименовать. Ты вав там только не стери. А по-моему это просто название. Да? Ну да. Давай попробуем. Ладно, давай. Ит. Да, ит. Так. Свойства. Свойства, так. Сжатие, импорт, тест, обновить. Как-то можно было, я помню. Или это только на временной шкале? Вырезать, обновить. Нет, это только похоже. Только на временной шкале? Да, можно, там можно сюда его вставить надо. Так. Свойства. Я же помню, можно было как-то. Кстати, нормально сейчас вроде было, типа это, оп. А, нет, там тишина же будет, это же тишина просто. Не, ну если сделать как бы там принудительно ее там воспроизвести, то это по сути тишина, она вообще ничего не сделает. Ну, да, по идее, да. Так, экспорт для ActionScript. Экспорт? Да. Редактирую.
Класса. Так а все, теперь в этот вход ее надо. Больше. Нет. Окей. Сжатие. Сжатие. Будем сжимать как шакал. Да, вот так. Качество вот. Лучше. Лучше, да. Теперь у нас под 10 килобайт. Ну, хотя. Оп. Оп. Так. И тут у меня код полетел. И тут код полетел. Немножко левелов. Угу. Не туда. Это на каждый левел новый массив. Да. Нормально. Пачку коваров. Ну иначе он не понимает. Ну да. Так, вар. Ид нам, по идее, надо. Соу. Ид, левин. Ид, левин. По-моему, ид тоже. По-моему, ид. Да. Так. У меня где-то тут была функция подбирания. Так это через Ctrl-F. Update. Overs, вот transparent blocks. Ага. У меня под каким номером оно было? Кажется, тройка. Да. Case 3. Вот она. И мы просто делаем yesound. По-моему, клей. Ну, кстати, почему-то подсказку не выдает. Да. Она, потому что это класс из библиотеки. А-а-а. Ну, ошибки не выдало, это хорошо. Опа. Во, охуенно, охуенно же. Вроде нормально. Вроде все хорошо. Меня устраивает вполне. Но я думаю, когда мы такие решим, а не сделать ли нам отключение звука? И тогда, блядь, весь код там начнется, блядь, да. Ну это как в оффлуде, да? Это то же самое, кнопочка, да? Да. Ну это, конечно, жестко будет. Такс. Я помню, я что-то еще хотел. Да. Ну, звук хавания теперь есть. Да. Так, для жирного. Для жирного можно звук хавания. Я еще не... еще не жирный. Жирный ты не... Ну тогда не ладно. Рисовал. Сейчас тогда для левела. Шаги. Шаги. Да, основное. Ну вот смотри, вот давай вот этот вот воспроизведи. Да, Google Диск. Где? Так. Games for Cool, звук событий. Да, вот. Ходьба. Ну, блядь, какой-то тихий, ёптую да. мать. Почему он такой тихий? Хотя я там вроде громкий делал. Это вроде зависит от этого, да, вот этого сапи. Блядь, мне неохота с этим возиться, тут что-то выбирать, блядь. Ну ты, короче, чё, давай новые тогда запишем, какие ты хочешь. Я не знаю. Да, то, что... Более, я не знаю. Это, конечно, да, более мрачные, потому что, ну, это, в смысле, эти мрачные, потому что там на левеле-то будет веселая музыка играть, mm-hmm. и когда вот такие с веселой музыкой будут играть, это не очень как-то да. это самое. Ну, мы просто, знаешь, как бы, ну, там, как, вроде как, ну, если хочешь сделать там под старину, можем, типа, сделать там, побить по клавишам А-а-а. Этого пианино. Кстати, да, и он так будет, да. оп-оп-оп. Типа там, да, да вот давай, например, я не знаю. Вместе с игрой вот запустить, да, угу. и это, и играть, например. Он как-то стенд, конечно, вот. Да, нормально. Вот, например, такой бегает, да, схавает, и нам надо... Кстати, лучше ты на пианино, чтобы тебе да. это виднее, что нам больше надо. Так, ну это такое, вот что-то типа такого, наверное. Ну, по-моему, это слишком громко, я думаю, да, что вот, где-то да. посередине. Вот, нет, да, нет. что-то типа такого. Как ты вот выбирал более 8-битные что-то там? А, по-моему, электрикально? Нет. Вот эти, кстати, тоже работают. Вот эти черные. Они какие-то другие звуки дают, короче. Ну, кстати, там вообще видно, блядь, на вебке. А, да? Вполне. Да. Я-то думал, оно... Уже 30 минут стримит, да ладно. Так пока мы подготавливались, ну, потому да. что уже 20 минут, думаю, прошло, когда да. мы сели наконец-то за работу. Ну, ни одного коммента нету до сих пор, чё, серьёзно? А. Так все там студенты, все учатся. Да. Я вот помню, когда у нас там чуваки флудили, А-а-а. Вообще было нормально. Но это было там в декабре, и мы тут сидели, там уже где-то часов 8 там было, когда нам
комменты оставляют. Думаю, под вечер то, что на нас обратят внимание. Да. Где-то 8 часов. Так, что нам надо тогда? Какие? Вот эти самые. Вот эти? Что-то типа такого, да? Это, конечно, странно. Хотелось чего-нибудь такого глухого больше. Типа более глухого. Да. Давай выберем здесь самый похожий и потом поиграем с эффектами. Давай. Просто. Блять, я там ничего не уронил. Этот надо включить, пока он живет, наверное, блядь, как мразь. А по сути можно ведь эту штуку замедлить. Кстати, да. Играть и то, что сделать глухим. По идее, да, наверное. Так, смотри тогда, короче, сейчас. Этот мы опускаем. Вот так вот, наверное. И делаем вот так вот. Так. Что, левый, наверное, динамик будем записывать. Это, в принципе, без разницы. Да. Так, подожди, вот. Сейчас еще опущу. Просто я хочу вот тут, там, на высоких нотах. Так, а он вот она играет здесь. Они оба работают это. Так, это слишком низко. По сути, я могу просто один такой звук записать. Ну. И то, что я могу как бы для каждого шага... Тогда можно для каждого... Спайт сразу вставить. Да. Сейчас, погоди. Так, нам надо убыть. Тогда теперь... Пиши теперь, короче. Ну все, достаточно. Да. Так, вот теперь мы этот отодвигаем. Так, здесь убираем эту. Так. Вот они отсюда начинаются. Это отрезаем. Слишком тихо надо. Нормалайз. Опа, видишь, какие стали. Ауч. Ну там видишь, шум какой появился. Но это его. Ну все, достаточно. Все. Вот это можно тоже отрезать тогда. Так, что по идее шум убрать, нам надо денойзер. Хуйзер. Вроде поменьше стали, не знаю. Можно вот убавить. Так, теперь мы делаем для вот эту все. Так, и теперь вот смотрим. Добавляем реверб. Реверб это что такое? Реверб это, короче, такой эффект, когда я вот говорю, когда будто ты в этом. Ну это типа эхо, не знаю, как будто ты в большом зале вот играешь. Вот white, да, вот. Холощи. Ну это нормально, блин. Это там что-то, блядь. Знаешь, нужно каких-то их, ну, более глухими, по-моему, сделать. Да, даже коридор. А то так они пищат. Да. Thank you.
тамбурин это, конечно, звук такой, вряд ли подойдет. А. Не, нужно что-нибудь каменное, типа камень или что-то вроде того. Да надо камня позвать. А. Он знает, болеть. Так, это замутим. Так. Не знаю, блядь, ножницы кинь. Можно опять же эффектами там сделать потом. Что можно постучать? Вот, например. Акустика. Ну, что такое не приходит? Ну, мне бы на самом деле что-нибудь такое каменное. Что-нибудь каменное. Бля, у меня нету камней дома. Ну что, батарею, железо. Ну это нет, это не такое. Хотя не знаю, пластмассу если скачать. Не знаю, по-моему, на стриме постоянно выглядит. Да нормально. Зато смотри, ни у кого такого нету, да. Зато из команд. Это то, только у нас вот такое будет. А что-то мы не нашли какие-то звуки. Эх, были бы у тебя мраморные стены. Можно чем-то другим попробовать настучать, я не знаю. Блять, утюгом нахуй. Мне нужно на самом деле что-то резиновое, типа ботинки. Это резиновые ботинки? Да, вот, блядь. Ну, давай. Ну это какая-то хуйня. Да. Это хуёво. Чем-то резиновым, блядь. Может, вон что-то с балкона взять? Давай, Виталий. Нет, я хотел пить. О! Ну как тебе? Не знаю. Ну если обработать это, думаю, из этого что-то выйдет. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Вот так вот, блядь, делается музыка, блядь. Точнее, не музыка, а, блядь. Звуковые эффекты. Да, звуковые эффекты. Так, да, делаем. Так. Не, ну, парни из Голливуда так и делают, то, что бегут ветки, ломают, да, там, да, сломанные, да, кости. Да. Так это и создается. У нас такое, ну, конечно, наполовину профессиональное оборудование, но да, достаточно. Так, если. Тишину, наверное, ниже. Так, молчим. Да, сейчас тишина. Достаточно, я думаю. Так, настало время эффектов. А что не нормализуется? Что за хуйня? Я иногда не понимаю, я иногда некоторые звуки с микрофона записываю, они нормализуются, некоторые нет. Должна быть причина, почему они через раз работают. Так вот, блин. Так, эффекты. Так, делаем, например, ну вот это на репит. И начинаем. Если сделать это погромче, то... Погромче можно. Можно. Так. Бля, тут сложно будет погромче. Тут уже, блядь, сколько тут, блядь? 12 максимум. Ну ладно, давай еще что-нибудь посмотрим. Это
прикольно было. А если скажем сайт увеличить, я думаю. И лэтлинг, как там было. Это уже какие-то биты, не знаю, под электронную музыку начинаются. Так, что еще можно попробовать? Ревойс, что это за хуйня, блядь? Нинджан? Нинджан? Ниндзя? Да, посмотрю. А где? И что тут делать? А, ну это... А, ты громкость? Это походу. А где? А чё тихо стало? Тебя же... Мют? Да я же... Тебя же ни на чё не делал. А, вот, мют. Ну чё, чё думаешь, какой? Не знаю, ревер будет? На, вот, может, сам походу. У меня такое чувство, будто это не железо, будто вот ударяются, да, а эти деревяшки какие-то. Ага. Серьезно. Давай попробуем, пожалуй. Вот этот? Да. Давай. Только нужно его обрезать. Сейчас обрежем. Так, берем, например, ну вот, вот этот, он вроде нормально, нормально выглядит так. Делаем вот так вот, это все, длям-длям. Так, без повтора теперь. Делаем вот все. Ну. Ты чего? Так, еще обрезаем. Это забавный звук. Да, он всегда тут. Так, потом вот сюда. Все по максимуму обрезали. Вот он. Вот такой вот. Так, теперь. Как мы там? Как я там? А что я же как-то делал? А, вот. Во-во. Так, вот. Так. Бам. Что, нормально? Так вот? Угу. Громкость как? Громкость нормально, думаю. Пойдет. Так. Бля, он же сейчас опять дохуя отрендерит, блядь. Ёб твою мать. Ну сколько там, по-моему, 100 миллисекунд. Да, вот, блядь. Так, рендер. Все, отрендерил, что ли, что-то нажал не знаю. Так. Ну там мы как-нибудь обрежем, не знаю, этот флеш что-то вроде делает там. Ну да. По-моему. Там вроде тишина просто. Так почему опять эта шинага? Ну там, ну здесь тихо просто это опять. Во флеше нормально было слышно. Так, теперь, блядь, здесь опять теперь переключаться. Ёпта, так. Да. Лучше, я думаю, буду называть. Все. Все. Так, это сверни, да. Опять один, два, три. Или... Нет, стук. А, стук. Один, два, три, это этот. Так. Так, это... Нет, ты в другое окно переключался куда-то, чтобы, по-моему, переносить. Или это можно... А, да. Ты вроде в первом переносил, насколько я помню. Все, отлично. Да. Оп. Так. Вот стук. Да. Можешь переименовать. Вроде нормально. Да, то, что... Тишина вот эта вот. Да, блядь, что это за хуйня, блядь? Не, ну если там на каждый будет, сейчас сделаем. Где у меня там мои персонажи? Тут у тебя у каждого так нарисовано. Оп. Слушай, ну так красиво.
Да, старался. Красиво, красиво. Пиксиары достаточно легко делать, ну, как... да. Ну, особенно если 16 на 16. Вот у меня тут раннинг анимейшн. Ой-ой-ой-ой, ну ты, блядь, запотел. Слушай, вот на первом курсе дали вот эти вот свои плоды, вот мультики вот эти. Все-таки для чего-то колледж пригодился. Ну, честно говоря, я бы и сам сделал. Ну, у меня был уже опыт там в создании какой-то мультипликации более-менее. Далее кадра. Так, где эта шняга? Стук. Стук. Я просто его вставляю. Ага. На. Я помню, как там его можно было изменять. Так, преобразовать кадры. Бум. Так а может его вот здесь просто вот так вот урезать, вот так вот это вот сюда. Нет, сейчас я. Тут вот, кажется, в эффектах вот здесь вот, не можно обрезать. Да. Но это только в кадрах. А, вот оно. А, вот. Так вот. Да, и типа. Вот, вот так вот. Так, что-то он не поменялся вроде, или поменялся. Ага, ага. Подожди, так? Надо его дохуя сделать раз просто. Вот он где-то на этом кадре там начинает вступать. Ага, ага. Да, вот где-то и звук должен сильно вот быть здесь, поэтому мы так, так. Вот сделаем так. Так, да, и вот так вот. Да. Где-то так. Как-то вот так вот. Это удалим, чёрт твою матери. Да, это же по идее. Да, вот, вот так вот можно. Тестим. Ну так, еще это. Думаю, то, что нужно еще потише, да, это сделать. Надо еще потише. Так, где оно? Как-то, по-моему, эти звуки. Или бля, там, вообще здесь неудобно, конечно, ведь надо было в студии мне сделать это, блядь. Где-то. Надо было мне это там потише сделать. Гораздо. Да, где-то по селёдке. Вот тут. По селёдке? Да. Селёдка. Вот так. Вот. Тестим. Ну, сложно сказать на самом деле. Да. Хорошее или плохое. Если там по-другому, может как-то, не знаю, там события повторить. Ноль. Ну что это остановить? Закрыть. Да, у меня пусть будет заказной. Так, сохраняй. А, он один. Да, он только похоже на события работает. События. Оп, оп. По-моему, слишком длинно все-таки. Да. Давай я попробую сейчас через студию укоротить. Я походу это знаю метод. А, ну или здесь, да, можно. Вот попробуем то, что. Он у тебя вот где он начинает. Тебе вот да, вот до сюда, да. Можно еще даже вот немного. Он вот он, где стук-то, видишь, он вот так вот. Да. Только, по-моему, он резко закончится. А-а-а, да. Да. Ну так можно чуть побольше, типа, если сделать теперь. Ну и тут, похоже, можно вот сделать вот так. Как-то. Ага. Да, вот. Так. Here we go. А-а-а. Это звук, типа? Да, он убавляется. А-а-а. Нет. Ну такое. Похоже, вот. Да, вот так. Похоже, да, вот туда, наверное. Да. Его вот здесь же воспроизводить можно тестить. Ну здесь так это тестить. Надо с шагами. Ну сейчас уже мне более-менее даже нравится, чем было. Блин, ну это вот с музыкой непонятно как ага. будет взять, потому что я вот боюсь, что она перебивать будет эту всю шнягу. Ну значит, еще... ну да, эти кстати. Звуки. Надо, мне кажется, сейчас лучше музыку записать, на левел хотя бы, да? Угу. Это, наложить это, да? А потом с левелами играться. Ага. Ну, да, я пока что думаю, тогда удаляю, что ли? Да пока оставь нормально. Удалить успею.
Так, и что нам надо на эти левелы? Кстати, там картинка идет, вот, вот сделай предпросмотр. Да, вроде, вроде двигаемся, все. Там что, кстати, комментов не оставляли нам? Здравствуйте. Не вижу. Не вижу, не вижу. Режим узла, что-то такое. Сейчас для левела надо, что нам, веселую надо? Да. Какую-то. Музыку тогда. Да. Можно в несколько дорожек, по идее, записать. У нас же все одна дорожка была. То, что я отсылал там. Вроде где-то две я там делал. Блин, заметил, что камера сдвинулась. Тебе, наверное, лучше доигрывать? Нет. Нет, а ты на чем будешь? Нет, ты что хочешь записать вообще? Ага. Чтобы у нас для левела это было? Гитарное, как типа, пианино? Ну я думаю, что вот там что-то веселое, там пианино на каких-нибудь высоких тонах. Ага. Все-таки. Можно типа сделать одну как ритм часть, чтобы она вот у нас шла просто. Там, не знаю, вот такая. Потом вторая дорожка вступает, и у нас там что-нибудь. Блин, сижу. Всякие там такие, не знаю. Ну это хозяйка сочетаться будет. Ну это вполне подойдет, да, для левела, если там с этой октавы не уходить. Да, левела. Вот так и бежать. Ну вот, да, вот. Вот. Сюда можешь поставить пальцы, чтобы не забыли. Вот эти вот три. Опять надо в рипер, блин. Потери кадров ноль, кстати.
знаешь, какая-то она тревожная, по-моему. Я запись нажал, сейчас я там поставлю. Вот это думаешь, какая там у нас? Ну там какие-то вот там. Три вот эти вот были. Достаточно. Не, блин, там не знаю, шумы, блин, всякие эти. Здесь просто если это делать, фильтр не очень удобно. А почему бы хотя с другой стороны есть, нет? Если это качество не повредит. Ну да. Сейчас поиграем с фильтром. Блин. Они, короче, настолько тихие были, что я вот смотрел, они где-то вот здесь вот идут. Ну давай тогда увеличим. Капец, они тихие. Так, ну-ка если нормалайз. Вот. Ну на 4,2 всего. Блин, вообще. А, по-моему, он ориентируется на самый громкий звук. А, наверное. А видишь, что ты кто-то так чихнул и все. Так, что, откуда обрезаем, я не знаю. Ну где мы лучить начали? Тогда я обрезаем его. Да, ты думаешь, вот, наверное, где-то отсюда, да, вот это все убираем. Я не знаю, шумы, блин. Не, попали тут. Так, значит, здесь я уже базарил. Все, достаточно. Вот где-то вот это тоже можно все. И вот у нас вот эта часть. Зачем тут здесь звука нету? Сейчас можно, в принципе, громкость просто побольше сделать. Да вот, можно. Ну-ка, если еще раз нормалайз. Ой-ой-ой, вот, вот сейчас ой, вот он делает так дело, да. Так, сейчас только тогда громкость в ноль. Ой-ой-ой, это надо занизить даже вот так. До сих пор громко. Да, минус 10 сразу. Вот теперь, чтобы хотя бы видеть это самое. Так, теперь что по эффектам? Так, делаем вот так вот, так вот. На репит. Так, ревер теперь, слышишь? Так, я не знаю. Ну вот это вот ставить. Потом, по идее, тут вообще, по идее, столько эффектов есть. Я не знаю, если хочешь, можно даже барабаны записать. Там их можно так это всякое менять на разные звуки. Сейчас, например, я тебе покажу. Знаешь, что меня беспокоит? То, что, что? Чтобы они как бы, ну, зациклились нормально. Ну. Нет, я вот спрашиваю. Нормально там зациклились? Барабаны? Или нет, кто? Я имею в виду этот звук. Вот здесь? Да. Так вот он идет. Чтобы его увеличить, вот этого, да, я сейчас могу дорожку просто продолжить. Нет, просто в игре она как бы будет бесконечно, ну, так повторяться. Да, она... да, да. Давай вот послушаем, как она переходит. Мне нравится. Нормально? Да.
только да, именно вот так. Ее надо продолжить, да, чтобы она длинная. Это-то здесь цикл, типа, он этот самый, ну, это включен. Там-то она вот она будет вот такая. Вот. Так, смотри, вот что по поводу барабанов. Так, блин, нет. Это вот пока замутим, да? Здесь, например, эффект делаем, вот где-то инструмент, вот, power drum, kick drum. Они здесь долго инициализируются, вот. Я знаю, что звуки как бы такие, мне здесь нравится, вот, короче, так, MIDI, yeah. Нет, не MIDI файл, MIDI item. Ой, чё он такой длинный? О, oh, MIDI. MIDI. Обмазаться бы им сейчас. Потом вот сделаем вот так вот. И вот какой-нибудь... Да, нам надо самое начало, например. Не знаю. Вот он. Да просто для теста понаставить. Mm-hmm. И вот он просто. И потом вот начинать с эффектами играться. Я что-то хочу прям более такой глухой звук, типа глухой. Ну. Да. Я не знаю, это понадобится, не понадобится нам драма, но сейчас здесь можно сделать так. Ну, такой глубокий. Сейчас. Так, делаем. Много их слишком. Вот хотя один, не знаю, оставить вот просто. Вот, и вот на нем тесте. На, вот, попробуй поиграться, может тебе подойдет куда-нибудь для чего-нибудь. А это он. Драй, я вот не помню, как он переводится. Вет это типа как бы сырость, походу, я не знаю. Что-то типа. Вот видишь? Бум, бум. Оп, оп. Ой-ой-ой, там сейчас такой был. Какая-то электроника, вот да, если вот так вот водить. Интересно, это окно появляется, вот, ну-ка, появится в этот ОБС. Мне кажется, на самом деле нет. Да, его нет, оно не появляется. Ну ладно, хочет его там сейчас сделать. Тоже. Блин, ну вот настройки ОБС это, конечно, забей. По идее, там, чтоб с окнами не маяться, да? Да, блин, почему? Можно же просто сделать рабочий стол, а не окна. Ну так давай сделаем это. Можно, давай, да, по идее, да. Вот просто если добавить просто вот рабочий стол. Рабочий стол. Монитор и стол. Шел первый час стрима. Мы додумались все нормально сделать. Да. Ой-ой-ой. Так, что-то такое. Ну, думаю, это нормально. Подожди, нет, надо вот там просто сделать сейчас. Эй. Выше. Выше, да. Теперь камера. И теперь оставить только флеш окно убрать, все у нас по идее теперь все есть. И нам не надо никакие окна там что-то маяться. Вот, все переключились, то есть все появилось. Просто сейчас видишь, здесь проблема с рабочим столом. Но это не столько проблема, сколько это. То есть мы все показываем, что происходит на экране. Не знаю, когда будем что-то неприличное смотреть, мы всегда можем рабочий стол закрыть. Ну да. Так. Что подображалось, у нас надо до начала. Звуковую карту. Донейшн. Ну там, конечно, никто не донатит, но она у меня вот здесь появляется. Нотификация такая. Так. Ну вот можно так вот так вот вставить.
Вот это, кстати, интересно. Почему? Какой-то страшный звук на самом деле. Страшный? Да, как будто ты знаешь это. Ты может же... под какого-то босса использовать, а там боссов никаких не будет? Нет, нет, ты знаешь, это как будто в Silent Hill игра, то что как бы ты идешь по этим ржавым коридорам, и там да. Такой звук долбит постоянно. Да. Можно попробовать из рамок что-то другое выбрать, вот этот. Мы выбрали-то только тарелку там, вот эту, да? Можно там записать попробовать бочку, не знаю, или какую-нибудь другую тарелку. Вот, вот такой вот фен. Кстати, да. Да, не, мы вообще сейчас, да, сейчас драмы, короче, тогда пофиг, жмут их, что мы там, мы для левела делаем, вот, так это мы уберем, что тогда вот для левела вот такое, вставляем. Да, все вполне хорошо, и там, и тогда мы ее делаем, вот. Подожди, где она заканчивается, да. Блин, она не на, а как сейчас, а вот я вроде, да. Ну вот пока да. Не знаю. А почему так длинно? Я думал то, что... Просто по сути я думал, как бы оставим этот один кусок, но... и я зациклю его флешем. Ну да, в этом, во флеше зациклишь тогда. Вот так вот у нас... Ну нормально сменили, да, в принципе, идет. То есть... Так, теперь надо с левелами как-то сразу здесь поиграться. Чтоб не забивало это. Блин, ну... Без импорта это никак не сделать. Надо уже там вот, на игре смотреть. Я вот оставлю, например, не знаю, минус 10, да? Вот как-нибудь вот так вот. Что, все, рендерим вот это? Да. Знаешь, саундтрек как будто какой-то неутральный. Ну? Я думаю. Нет, то, что там я удивился, как это хорошо вышло все-таки у нас. Так, вот оборудование, Кирюх, я говорю. Это все оборудование. Тут сейчас можно гораздо круче вещи создать, чем для этого, чем как вот на фуде было, например. Блин, да как вот эту тишину-то убрать, господи. Можешь мне сказать вот что? У меня тут еще репит стоит. Так, подожди-ка. Как оно там? Здесь нарастание не надо сделать, ничего. Типа вот это вот самое. Всякое вот такое вот. Нарастание? Да. Ну, мы пока не знаем, как это было. Ну да, 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 так что я, наверное, без него сделаю. Блин, да как эту тишину-то? Я, наверное, вот так, наверное, сделаю туда. Музыка что, сразу должна вот так вот, смотри? Вот так или вот? Просто там вот, вот эта тишина, я не знаю, как вот сюда вот убрать. Ага. Может еще ближе попытайся? Еще ближе. Может там есть что-то вроде там размерности или как-то так? Размерности? Да. Нужно по этим. Там, не знаю, может там в трек. В трек? Трек там нет, там какая-то херня вообще. Options. Actions. Транспорт. Нет, а это. Это клавиши типа. Упс. Можно просто эту ближе к концу перенести, наверное. Ага. Надо с этим зажатым шифтом. Может это тоже с зажатым шифтом? Так а я пробовал, вот он у меня. Не Ctrl? Зажат. Так и почему я Shift? Не Shift и Ctrl. Control? Ну. А, в натуре на Control? Лол. Ну ты, Кирюх, задрот. Так а все тогда смотри. А, эту. Начало, да? Эту для рендеринга вот сюда. Блин, или он нам сейчас опять миллиард этих прорендерит?
минут. Я вот не знаю, посмотрим. Почему вот все там до конца идет. Рендер. Рендер, а что там? Левел, пускай пока будет. Нет, вот сейчас вроде нормально же прорендерил. Хотя вот это вот что-то непонятное какое-то. Это может там правое и левое там ухо. АХЗ вообще. Тоже да. Так, как там? Вроде все нормально отображается. Блин, а у меня обрезанный что ли там идет? Что-то. Рабочий стол. Подожди. А, он обрезанный был. Да. Вот. Ну мы стримили, конечно. Ну там вроде не особо был обрезан. Пока что никто нас не смотрит. Да. Кстати, что по комментам? Угу. Все ясно. Грин, Мулихвана, Крэк. Че, вставляю вон это на первом? Это. Отлично. Левел. Блин, конечно, можно столько всего крутого замутить, я вот понимаю, что, да. Но тут, блин, такой объем работы еще надо сделать, а времени осталось тут капец. Когда там? Воскресенье, да? Или да. Не? Да, я, воскресенье. Да, воскресенье. Воскресенье. Меня больше на самом деле волнуют уровни. А. Да. Да. Звуки-то тут можно по-быстрому замутить более-менее. Ну, что мы сейчас и делаем. Да. Просто плюс этих уровней, что я могу их в любом месте абсолютно делать. Mm-hmm. Как бы мне оборудование это особо не нужно. Да. Ну вот за сегодня надо постараться записать все, что надо, я не да. знаю. А потом там уже твоя работа. Mm-hmm. Ну давай я назову эту штуку там Sadness. Да как хочешь называй. Или как там оно будет? Это тут твой код. Я его не связал. Да, ты его не связал. Action script said okay. Mm-hmm. А там, кстати, не надо левел переименовывать, а или это просто там имя? Да. А ну давай пока что его в конструкторе запишем. Птичка play. Он остановится, по-моему, через какое-то время. Да? О, кстати. Кстати, мне нравится даже. Ну-ка, блин, ну, забавная шняга получается. Нет, давай послушаем до конца. Давай. Он 30 секунд длится? Ну, вроде. Ну, звукавня потише надо определенно сделать. Да. Это надо будет. И там качество превысить для этого, для музыки. А то как ощущается 2006 год, где там все сжимали как могли. Думаешь? Да вроде нормальное качество, нет? Я смотрю. Так, а, видишь? Закончилось, нужно там зациклить его. Да, да, ну, там же одна. Как там? Мне вот очень интересно, как ты тут циклишь. Sound.addEventList. Типа бесконечно, что просто вот. Event complete. Complete. Я просто сделаю там. Sad. Ага. Ness. Privat. Угу. Приват. Я забыл, как это пишется. С Е, наверное, на конце. Приветы? Привет. Привет. Ты посмотри по коду. Fuck it. Ага. Так. Рэп. Кажется, там Е. Ивент. Так. Будет. Саженная с точка play.